Друзья, всем привет! Вот срезал семена трахикарпуса, высушил уже около недельки их. Они, в принципе, уже все сухие полностью, можно отправлять куда угодно. Там подписчики спрашивали чуть-чуть семян выделить вот этих генномодифицированных, которые облучались, замораживались, вернее, ну как пыльца их замораживалась в морозилке, в холодильнике. Вот. Я думал, честно, семян будет меньше, на ветках они выглядели, что их мало. А по факту вот почистил довольно-таки достаточно. Поэтому, в принципе, понемногу я смогу отправить тем, кто просил у меня до этого много раз, там несколько человек спрашивали. Вот. А остальные посею, наверное, у родителей или у себя там полоска земли маленькая есть. И будем наблюдать за ними. Смотрите, что по доставке. Доставка не бесплатная, к сожалению. Прежде чем отправить вот эту посылку, они берут деньги. То есть на месте вы рассчитаться не сможете, заставляют при отправке рассчитываться. В прошлом году в среднем я платил, ну, минимальная посылка что-то стоила 250 рублей, а максимальная, ну так вот, конвертик стоил около 400 рублей. Вот столько стоит сама посылка, ну и там сколько не жалко, закиньте мне за мою суету и за этот... за труды мои. Так что можете, в принципе, вот тут WhatsApp будет прикреплен к описанию к видео, мой номер телефона. Можете прямо на WhatsApp сразу писать полный адрес, индекс обязательно и кто будет получатель данной посылки. Ну и все, в принципе. На WhatsApp напишите, я вам скину номер, на который закинете деньги, и все, я вам заполню. Такие вот конвертики будут. Вот сюда вам положу семена и отправлю такие посылки. Все, кто дальше живет, тот, конечно, дольше получит. По Краснодарскому краю, в принципе, они быстро дойдут. Так что все, всем пока.